Итак, девчонки, ой, смотрим, что получилось. Что получилось? Так, свет плохо падает, вот так вот. Ну-ка. Это мы готовили в прошлом видео. Плов в мультиварке. Посмотрим. Как-то там его надо вот так же. Я рис просто выложила сверху. Смотрите, он поджарился. Короче, давайте накладывать в тарелку. Единственное, я не знаю, чем запиваю ферганский плов. Я на всякий случай воды приготовила. Слушайте, ну просто этот наковыряла, перемешала. Мне кажется, классно получилось. Он такой прям ароматный. Единственное, что я бы, наверное, не стала делать, это каждый раз готовить именно так, именно с такими специями. Дело в том, что я так специи не очень люблю. Поэтому мне вот нравится рис в чистом виде. И вот как вот я делаю, ну, плов просто, просто как я делаю. Мне кажется, у каждого плова, у каждой хозяйки, вернее, а вкусный получится. Я уже пробовала, конечно, чуть-чуть, пока накладывала. Я на соль проверила, только на соль. Сейчас я себе аппетит немножечко сбила, чтобы опять вам не говорить, что я так жрать хочу. Ну, потому что опять дотянула. Рыбки съела, отрезала кусочек этой черного хлеба. Рыбки положила, рыбку как солила. В прошлом вину, вернее, какая получилась рыбка. А рис прям рассыпчатый. Вот этот вот краснодарский рис, который покупала развесом. Подождите, думал, соли не хватает. Нет, хватает. Что, плохо перемешался, что ли? В общем, я посолила мясо. Ну, то есть мясо, лук, морковь, вот это вот туда приправу. А потом сверху уже насыпала рису. То есть рис вот с этим вот не перемешивал. Ну, то есть как вот все готовят вот эти вот всякие специалисты великие. Так же сделала. Ну вот, ну вкусно получилось. И мясо мягкое. Всем приятного аппетита. А, дождик опять начался. Пока я тут все разговаривал, все поделал. Не, хорошо, на соли нормально. Надо было перемешать просто получше. Вот. Я только не поняла, зачем чеснок. Зачем головку чеснока сюда? Что-то чесноком как-то вообще не пахнет. Ну, как вкусно, девчонки. Ну, как я люблю рис. Я сказала приятного аппетита всем. Или опять зарапортовалась. Вкуснота. И мясо пожарилось. У меня главное не столько было сомнение в самом плове, в самом рисе, сколько именно в этой, как ее называют, в мультиварке. Потому что там режимы-то другие. Тут я знаю, как когда готовишь на сковородке, ну там в казане где-то, да, какие температурные режимы выставляют. Ну, в смысле, побольше, поменьше газ, там, как кипело, чтобы чего кипело. А тут же фиг знает. Прошлый раз открыла, поставила тушение. Минут через 10, наверное, 15 открыла крышку, посмотреть, как там, а там аж кипит, вот так вот бурлит, все, думаю, нифига себе. Ну, оно вот так вот бурлило, потом раз, и просто вообще успокоилось. И стало просто стоять, вот как-то, знаете, как в стоячей воде, в бульончике пить. Что я там делала-то? А, ленивые голубцы, вот. Тут-то, видишь, там-то нет. Короче, вот из-за этого были сомнения. Блин, ну как вкусно, слушайте. Спасибо, мама, папа, за подарок. Теперь буду там делать. И воды еще не знаешь, сколько лить. Ну ладно, мама подсказала, что на стакан, ну, на одну меру риса, полторы меры воды. Потому что, когда я готовлю сковородки, ну или там в казане, я всегда лью на глаз. Я не отмеряю никакой воды, ничего. Я лью на глаз, чтобы было примерно вот так, сантиметра на полтора. Закрывал. А там дальше уже огнем регулирую. Все, девчонки, мне сегодня очень вкусно. Надеюсь, что вам тоже. А! Ну, посмотри, что. Правда, сейчас будет смерть в прямом эфире.
Извиняюсь, подавилась. Прям рисинка. Рис настолько рассыпчатый, что разлетается просто по организму в момент. Хотела спросить. Ой. Хотела спросить. Вы сказали в комментариях. Девчонки, блин, прошу прощения, кто написал? По-моему, какой-то из каналов, что-то там про мукбанг. Пиццу в мультиварке. Не то, чтобы мне хочется пиццы. У меня такой вопрос вот. Как она там жарится? То есть, если с учетом того, что если там крышка закрыта, она же как паром получается, она вареная, что или корочка получается у этого. У меня, по-моему, режима пиццы нет. А нет, есть. Есть. Режим пицца, точно. Девчонки, пишите рецепт, как сделаете. Как это происходит вообще? А еще если фоточки прикрепите, так вообще большое спасибо вам. Когда будет. Правда. Потому что в интернете. Я по-честному сегодня смотрела. Как плов готовить, значит, я все думаю, то ли мясо сначала обжарить, то ли эти морковь с луком сначала обжарить, то ли их вообще обжарить на сковородке, потом туда добавить. Ну, как-то вот и так и сяк смотрела. И я вот смотрю фотографии, там всякие вот постят, видео. У них жарится, у меня нет. Я не знаю, я все делаю так же. Режим жарко на масле. Ладно, первый раз на косаре ездила, а с закрытой крышкой жарила на масле. Ну, то есть, она там плохо поджарила. В этот раз не косарезил, все нормально. А она все равно не жарит. Ну как бы чуть-чуть. Она, знаете как, не жарилась, она стала прилипать. Как пригорать. Вроде на масле, я не знаю почему-то. Господи, ну для чего вкусно. Прям вот не поверите. Давно я так вкусно уже не ела. Ой, жирок, прошу прощения. Для новых зрителей жирок это я убираю не потому, что там худею, диетически не, а потому что я жир не люблю. Ну, вот в таком виде. Ой, как вкусно мне. Остренький такой получился. Я говорю, с приправами поесть, это у меня одноразовая акция. Я больше люблю, когда такой. Ну, не очень много туда скидывают. Мясо прям мягкое-мягкое. Если что, это окорок из Магнита. Газом. В вакуумной упаковке продают. Ну, в вакууме так, охлажденный. Боже. Даже, знаете, я бы сказал так, невкусно, шедеврально прям получилось. А серьезно, вот, не перехваливая, но прям давно я такой вкусный именно плов не ела. Это, знаете, вот как с паэльей. Она тоже, вроде бы, вот все умеют готовить паэлью. Ну, там, в смысле, в Испании, да, вот все готовят. А мы готовим. Нет у нас правильная, нет у нас правильная паэлья. Ну, это то же самое с пловом. Или там с борщом, например. У всех самое правильное. Ну вот начинаешь есть, вроде и повар готовил, и в ресторане там где-нибудь, да. Или там в какой-нибудь домашней кафешке, или еще где-нибудь, да. Но все-таки паэли рознь. Всегда. Ой, у меня тут упало. И редко, когда попадается, ну, рис и, ну, как бы, паэли, да, там, с морепродуктами. Ну, да, рис, ну, как бы. Редко попадается, что такое прям вот ешь, да. Чувствуешь, просто вот шедеврально. Вот сейчас я прям сама себя похвалю. Это получилось шедеврально. Серьезно. Чем больше ем этого плова, тем больше он мне нравится.
Редко, когда я себя хвалю. Так прям, чтобы так вот прям. Прям умница и красавица. Мне все время что-нибудь не нравится. Но сегодня... Ой, ну сытенько. Все. Спасибо большое, девчонки, кто ел со мной. Как я его готовил, смотрите на другом канале. Ну или в предыдущем видео, кто на YouTube смотрит. Подписывайтесь. Не забывайте, еще что-нибудь вкусненькое приготовим в мультиварке. Знаете, готовить в мультиварке. Только я не знаю, как пиццу приготовить. Надо посмотреть. Ну вообще, вот рыбу, например, я засаливала, да? Ориентируюсь на комментарии. Не на какие там, не на интернетовские. Потому что в интернетовские стал смотреть, вроде все то же самое, а все равно какую-то отсебятину порят. Ну там вот, не знаю. А тут мне дали простой рецепт. Ну, это в другом видео можете посмотреть. Все, большое спасибо, что подписываетесь, лайкаете и разделяете со мной мою трапезу. Пожрешь и хорошо. На душе делается тепло, светло, а на улице дождь. Ну, фиг с ним. Все, девчонки, хороших выходных. Спасибо, что были со мной. За лайки спасибо. За комментарии добрые. Все, всем пока-пока. Увидимся.